В актовом зале свободных мест нет. Главный политический района Нурмахан Жалгасов был вынужден констатировать, что преступность повысилась, и предложил в каждом доме создать группу из добровольных помощников полицейских. Всего за 2013 год в нашем районе было совершено 5053 преступления. Это на 17,9% больше, чем в 2012 году. В целях предотвращения преступлений и других правонарушений были созданы специальные отряды общественных помощников. Для жителей района, как оказалось, главной проблемой является процветающая подростковая и молодежная преступность. Молодежь сейчас не работает, а спрашивается, откуда у них берутся деньги. Каждый день сидят в саунах, в бильярде, в пивнушках. И мы просто обязаны уделить этой проблеме больше всего внимания. Мы в течение всего года во всех школах нашего района проводили специальные встречи с учениками. Также проводятся каждодневные рейдовые мероприятия. Все это ради того, чтобы наша молодежь меньше нарушала закон. В целом, как оказалось, жители Абайского района, работая сотрудников полиции, довольны. Я живу прямо возле опорного пункта. В нашем районе живут как минимум 10 тысяч человек. У нас есть 5 участковых. Это очень большая нагрузка. Они все молодые ребята, и они тоже нуждаются в отдыхе. Но у них просто-напросто нет на это времени. У всех у них есть семьи. Приходят они с работы, когда их дети спят, и уходят на работу, когда их дети спят. На встрече предложено проводить больше рейдовых мероприятий по предотвращению карманных, квартирных краж и других видов правонарушений. Николай Путилин, Константин Калашников, информационная служба телекомпании ОТРАР.